Вот так, чеканя шаг, подстраивая песни, открылся муниципальный этап краевого слета «К защите Родины готов». Это ежегодное мероприятие набирает популярность среди анапской молодежи. Количество участников с каждым годом увеличивается. Занятия военно-прикладными видами спорта получают все больше интерес у молодежи города. Тем более ребята понимают, что у нас город воинской славы. В этом мероприятии ребят становится все больше и больше. Приходят, участвуют, ну и получают интерес. И военно-спортивных клубов у нас открывается также больше. Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и Центром патриотического воспитания «Ратмир». Сегодня в состязаниях принимают участие 5 команд. После проверки строевых навыков ребята должны пройти настоящую полосу препятствий. Сборка-разборка автомата, преодоление заграждения по-пластунски, метание гранат, оказание первой медицинской помощи. Примечательно, что наравне с юношами свои силы испытывают и девушки. Причем в некоторых дисциплинах показывают лучшие результаты. Во-первых, мне это нравится, и я решила по собственному желанию. Раньше я немножко тренировалась и сама занималась, и поэтому я считаю, что этот уровень для меня доступен, чтобы участвовать. Еще 2 этапа испытаний участники прошли на территории скейт-парка. Метание ножей в мишень успешно осуществить не удалось практически никому. А вот в стрельбе из пневматических винтовок юноши показали высокие результаты. Промахов практически не было. Подобные мероприятия полезны и тем, что молодые люди постепенно готовятся к службе в вооруженных силах России. Скоро в армию как бы надо идти, там же то же самое, что и в жизни будем проходить. Как бы она всем помогает, всем везде, в самообороне тем более, на охоте вот, кстати. По итогам состязаний на 3-м месте участники военно-спортивного клуба «Пост номер 1». На 2-м – студенты Анапского колледжа сферы услуг. 1-е место завоевала команда Анапского сельскохозяйственного техникума. Именно им теперь и предстоит защищать честь Анапы на зональном этапе краевого слета «К защите Родины готов», который состоится 8 октября в городе Темрюк.